last thing we want to do. We don't want to scare anybody. Fall back! Free! Fall back! Down to the ground! What's up, друзья? Вот у нас новая мини-игрушка, новая мини-карта, мини-хоррор. Короче, сейчас все это все посмотрим. Ну а ты подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, чтобы не пропустить такую интересную мини-карту или еще что-то в этом плане. И как бы это все. Погнали! Ну что ж, друзья, мы заспавнились где-то возле парковочки. У нас такой джип довольно неплохой, да. Ублажать здесь нельзя, да, ублажать нельзя. Короче, краткое описание. Ну, оно, в принципе, кратко было написано. Короче, мы учитель школы, которого подозревают в убийстве какого-то ученика, да. И мы сейчас незаконно попытаемся пролезть в школу, чтобы посмотреть, как бы... кто его убил, типа расследовать убийство, хотя это глупо, ну ладно. Так, здесь у нас есть какой-то нотации, да, нотация это понятно, 2005 год какой-то, микрофон и два ключа, два ключа. Жаль, что только на английском и, как я знаю, школа вот, да. Ну все, погнали, сейчас будем проходить, пробовать, уже, кстати, страшно, звуки такие, блин, моторошные. Все довольно стрёмненько, так, хорошо, вот наша школа. Вот наша школа. Так, он сразу записал новую нотату. Мы сразу записали новую какую-то записку. Have to find a get into school. Что-то там, короче, непонятное английское. Ну, надо думать, короче, что делать. Нужно как-то пробраться туда. Как пробраться, я не знаю. Надо как-то, не знаю, может запрыгнуть. Опа, у нас подсветился мусорный бак. Наверное, с ним нужно что-то сделать. Давайте попробуем его подвинуть. Да, получается двигать мусорный бак. Это круто. Так, давай. У меня только что, чтобы вы понимали, выскочила зажим клавиш. Ну ладно, так, хорошо, все, мы подвинули. Подвинули мусорные баки. Теперь нам нужно, получается, по этим мусорным бакам запрыгнуть. Вау, какие эффекты. Запрыгнуть, короче, в школу. Хорошо, школа смотрится очень моторошно. Сделано реально прикольно. Создателю респект, о, только не гроза. Я вообще дождь ненавижу, тут еще и дождь этот, короче. Так, что у нас здесь пишется? Don't know, enter. Короче, нельзя сюда заходить, наверное, да? Давайте осмотримся. Так, что мы видим? Мы видим ужасную обстановку, ужасные звуки, ужасные лаги из-за дождя. Ну, это уже мои проблемы, так. И все, короче, ужасно, реально стрёмно. Так, дальше там прохода вроде нету. Так, ну давайте по стандарту, да, мы хочем зайти как бы в домик, к школе, вот так вот, так, хорошо, мы можем посмотреть, что здесь мы можем посмотреть, что-то пишет, что-то написал, новую запись какую-то мы сделали, хорошо, надеюсь, the front door is closed to get in the room, что-то на заднем дворе, наверное, ну, больше всего, что да, что это... Гимназия. Ну да, там значка никакого нету, значит нам в эту сторону. Хорошо. По-моему, прекратился дождь, да? Слава богу. Я думал, никогда не закончится. Да, там можно пройти, кстати. А как пройти? А, все, вижу. Очень темно все, очень страшные звуки. Очень такие, знаете, такие назойливые, очень стрёмненько. Но сейчас мы будем что-то делать. Так, здесь опять знак. Так, нужно смотреть, потому что здесь много пасхалок. Действительно много пасхалок разных. И здесь как бы нужно это все... Так, вижу комнатку. Ага, мы можем посмотреть окошко. Посмотрим, давай, что там. Записали новую записочку. Новая записочка. Notice. Brick the gas which some stone of brick. Камень. Что-то камень, наверное, разбить камнем. Кирпичом. Разбить кирпич. Где эти кирпич-то возьму? А что, ключи-то не подходят совсем-то, а? Открывай двери-то, а? Я тебя найду все равно. Ты думаешь, я боюсь? А ну да, я тебя боюсь, потому что звуки реально страшные. Я не знаю, сейчас зайду в школу, это будет просто, наверное, капец. Хорошо, там, по-моему, были всякие развалины на полу, камни, по-моему, где-то здесь были. Где-то я видел камни. Вот вижу передо мной, вот камни, да? Это же они, кирпичи или что? Вау, мы следы оставляем после себя, это прикольно.
Так, вижу камень. Да, это он, хорошо, давайте возьмем его, возьмем. Так, нужно еще попасть, во, хорошо, блин, круто, мне нравится, реально. Прикольненько сделали, ну ладно, так, давай. Теперь нужно этот камень, получается, бросить в окно. Так мы разобьем окно и проберемся в школу, да? Ну, судя по логике, да. Так, хорошо, нужно прицелиться. Так, давай, чисто в десяточку, в десяточку. В десяточку. Ты попадешь в десяточку или нет? Давай, разбивай окно. Воу, круто. Круто, а что ты сразу не захотел-то кидать? Так, хорошо, здесь какая-то записочка у нас. Записочка, а что у нас за записочка? Блин, здесь не можно приближать. Это очень пугает. Так, хорошо, все, мы заходим в школу. Спокойно, потому что звуки очень стрёмные. Фух, так, хорошо. Что-то записал, опять что-то записал. Что ты там постоянно пишешь? Что у тебя за новая запись? Так, хорошо, давай почитаем. Will do office case to 5th grade classroom. Читать я не умею, но в принципе понимаю, что здесь сказано. Ему нужно попасть в офис, взять какой-то ключ от 5-го кабинета или классрум. Это класса или кабинета, не знаю. Так, хорошо. Это у нас не работает, да? Мы не можем зайти сюда. Хорошо. Хорошо. Так, здесь тоже как бы мы не можем зайти, да? Хорошо. Так, это получается у нас спортзал, да? Это что, мать его, такое только что было? Вы слышали? Кто-то кинул мяч и побежал. Там выключился свет. По-моему, там кто-то стоял. Если не ошибаюсь, там кто-то стоял. И это явно был совсем недоброжелательный человек. Мячик, мячик, мячик. Очень страшно, реально, очень страшно. Это мячик, мячик, хорошо. Воу, воу, так, тихо, спокойно. Фу, так, ну ладно, делай. Я пытаюсь сделать вид, что мне не страшно. Пытаюсь много разговаривать, но оно сразу же выдает. Так, хорошо. Я вижу, здесь никак не зайти. Нам нужно выходить, получается, вот сюда. Так, ладно, 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 спокойно. Это у нас внутренний двор школы. Боже, как же здесь стрёмные звуки. Вот эти, как он топчет просто. А, так, ладно, спокойненько, все, все хорошо. Я вижу здесь свет, да? В трех кабинетах есть свет. Все остальные кабинеты забаррикадированы. Но я не могу приблизить, так бы мы могли, может, что-то рассмотреть. Так, хорошо, внутренний двор. Очень все страшно. Но мы не боимся. Очень страшные звуки. Да ё-моё, ты можешь так не делать. Я чуть не всрался, честное слово. Так, хорошо. Это у нас, что это у нас? Какой-то кератакер хаус. Боже, когда я научусь читать уже по-английски? Так, хорошо. Я вижу будку. Ну, будка это ладно, само собой. Так, это явно не к добру. Нам нужно посмотреть сюда. О, чёрт, ты собака тупая, блин, я после этого спать не смогу, ты что сделал? Так, все, окей, так, все, уходим. У меня пошли мурашки по коже, я только что чуть... Так, почему чуть? Я испугался, это реально страшно, эти звуки. Это мигающие лампы, все напряжно, все, атмосфера, абсолютно все. Так, хорошо, нам нужно... Куда мы идем? Мы идем в кабинет, чтобы взять ключ, хорошо. Открываем. Серьезно? Так, тихонько и скрипя дверь открывается. Так, хорошо, открываем еще одну. Да, ё-моё. Постоянно думаю, что как в какой-то другой игре, и я постоянно нажимаю букву «Э», то есть инвентарь, взаимодействие, правильно? В основном, типа, в других играх именно так. Так, ну давайте анализировать. У нас есть темный, блин, коридор. Просто темный коридор школы, в которой убили ребенка. И по сторонам еще шкатулки. Ай, черт, ладно, все у меня отнимает дар речи. Так, спокойно, что может произойти? Что может произойти в этой, блин, ну а звуки какие? Так, ладно, я пытаюсь сделать вид, что все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Не так уж все и страшно. Все спокойно. Стоп. Где? О, черт. Кто-то пробежался, да, по-моему, или мне показалось, или мне послышалось. Так, блин, я уже два раза мурашками оббежал. Что это? Мусор нужно выбрасывать. Правильно, выбрасывайте мусор, не засоряйте парки и все остальное. Так, здесь кабинеты закрыты, все очень темно, страшно, звуки вот эти нагнетающие. Так, хорошо, нам нужен какой-то офис. Наш офис там, где лежит ключ, нам нужен ключ. Но его нету, хорошо, есть у нас на второй этаж. Боже, звуки. Так, спокойно, хорошо. В принципе, первый этаж мы прошли спокойно, да? Меня до сих пор мурашками кроет, это нормально вообще? Так, хорошо. Так, ладно, поднимаемся спокойно. Спокойно, опять эти звуки.
Черт, еще хуже коридор, еще хуже. И вот эта метла, блин, за этими... Так, ладно. Ладно, так, здесь ничего нету. Шкатулки же мы не можем открывать, верно? Верно, так, хорошо, хорошо. Фух, так, не обращаем внимания на звуки, не обращаем внимания на что. Просто делаем нашу задачу. Мы пришли в офис по ключ. Так, вот, вот какая-то комнатна, хотел сказать. Комната, во. Есть, мы можем в нее зайти. Да ё-моё, не прыгай, открой мне дверь. Все, дверь открылась, хорошо. Хорошо, хорошо, так, дверь открылась. Нужно спокойно подойти, посмотреть, что здесь. Листы какие-то. Все, в принципе, нормально, все стабильно, все хорошо. Так, ну ничего нету, правильно? То есть мы ничего здесь не видим. То есть, как бы, все хорошо, так, за стеклом никого нету. Потому что это одно из самых страшных моментов, которые может быть, когда ты зашел в комнату, за стеклом стоит такая фигня, да? Ну ладно, хорошо, так, у нас здесь записи, все по стандарту, то есть, все, в принципе, ничего. Так, это, ну это электрический щит, он никак не взаимодействует. Хорошо, это у нас какая-то бумага. Ну окей, 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 хорошо, выходим. Или подожди, или есть еще что-то, я не знаю. Нет, наверное, что ничего больше нет. Хорошо, окей. Ладно, это не тот офис, который нам нужен. Так, что-то мы резко вывалились, короче, из двери. Нужно как-то поспокойнее. Так, блин, а. Ай, черт, меня уже... Я уже оборачиваюсь сзади, думаю, что кто-то подошел. Так, хорошо, спокойно. Спокойно. Так, класс-рум. Так, ну нам туда, но там... Ну там нельзя пройти, невозможно. Ах, эти звуки, 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 звуки. Так, хорошо, давайте сюда зайдем. Посмотрим, что здесь. Так, тут у нас кабинет. Что? Что? Где? Где уже? Ладно, хорошо. Так, офис. Офис, хорошо. В офис мы не можем зайти. Бумажки? Нет, они нам не нужны. Хорошо, так. Кабинет. Очень стрёмный кабинет. Похож на кабинет директора. Это сегодня не кабинет директора? Так, хорошо. Во, есть. Мы куда-то пришли. Хорошо, давай посмотрим, что у нас там. Хорошо, посмотрим. Посмотрим, да. Ключ, ключ, значит, да. Нужен. Черт! Кто разбил окно? Кто? Кто? Вы кого-то видите? Я никого не вижу. Может, где-то на... по краю экрана было? Вы посмотрите еще раз. Может, кто-то был? Черт, это стрёмно. Так, хорошо. Мы взяли ключ. Кирпич. Кто-то разбил кирпичом. Кирпичом разбил нам окно. И собака, по-моему, загавкала, если не ошибаюсь. По-моему, там кто-то шарится, правильно? Но никого не видно. Хорошо, мы что-то записали, что-то записали. Что мы записали? Почему ты не открываешь то, что мы записали? Алло, открой мне, ну... А, во, все. Some hurry, I have to be carefully какой-то. Короче, он что-то написал, что что-то разбилось. Короче, да, наверное, за окно написал. Так, офис. Вот, теперь мы можем зайти в офис. Я так и знал, что нужно сначала взаимодействовать там. Так, опять эта скрипучая дверь. Так, в стеклах никого нету. Все хорошо. Так, здесь тоже ничего. А, воу, тихо, там офис есть какой-то. Так, эта дверь не взаимодействует. Так, ладно, окей, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Очень стрёмно, правда, очень стрёмно. Очень прям, эти офисы. Так, хорошо, мы можем зайти? Да, мы можем зайти. Открываем дверь. Меня аж залагивает, все, какого-то черта. Дверь открылась, а показывает текстуры, что не открылась. Так, хорошо, здесь у нас ничего нету. В стеклах ничего не видно. А, вот это и есть кабинет, да, который светился, по-моему. По-моему, он светился, да? Так, хорошо, здесь у нас ничего нету. Ничем взаимодействовать. Нам нужно идти дальше. Так, здесь уже открытый кабинет. И он реально очень темный и очень стрёмный. Так, записка, хорошо, давайте сначала после этого кабинета, потому что я чувствую, что-то сюда нужно сначала зайти. Опять эта скрипячая дверь. А, эти звуки, да давай. Что такое? Заходи. И что это было? Так, ладно, хорошо. Записка, записка, записка. Hello, Daniel, I have heard the how you have been released. I'm sorry, it had... Короче, тут что-то написано, что мне очень жаль, что его посадили. Что какая-то помощь Мартину нужна, и ему, скорее всего, придется уехать или что-то типа такого, извини, типа. Это типа кабинет директора, как я понял, да? Это кабинет директора, да? Да, офис, нет.
Директор в офис. Вот кабинет директора. Хорошо. Давайте так посмотрим, что это, что у нас тут написано. Так, хорошо, еще одна записка. I have a case of primary. Так, Alforce Director. Короче, этот ключ, который мы сейчас ищем, он запрятан в самом начале, вот он на улице, возле дома, там, где я, как я правильно понял, ну где? В доме, короче, там, где возле собаки, это нужно спускаться, и то есть вы предлагаете мне идти обратно всю эту дорогу, серьезно? Фух, так, ладно, меня уже мурашки по коже, то есть вы хотите сказать, что... Что? Как, что за так? Good the Craters House. Хорошо, да, нам нужно туда зайти. В принципе, точно написал. Вы, то есть, вы хотите сказать, что сейчас обратным путем мы дойдем спокойно, как ни в чем не бывало? А вдруг так, все, блин, меня покрывает мурашками. Просто идем прямо, не обращая внимания ни на звуки, ни на действия. Просто идем прямо, все хорошо. Так, второй этаж прошли. Ай, черт, как же Винчи страшно, так спокойно, все, просто идем прямо. Я закрыл глаза, я ничего не вижу, я просто закрыл глаза и иду прямо. Если что-то вы увидите, потом напишите в комментарии, но я просто иду прямо. Так, стоп, а, это туалет, так, вот, еще один угол. Так, блин, как же оно мурашками-то кроет, а, стрёмно, блин. Хорошо, так, ладно, все, возвращаемся. Спокойно. Опять эта лампа, Да, тихо. Так, хорошо, вот, кстати, даже дверь открыта. А какого двери, какого лешего-то дверь открыта? Какого, так, хорошо, нагнетающие эти звуки, так, хорошо, все спокойно. Здесь туалет. Довольно симпатичный туалетик, так, хорошо, давай. Можно я здесь сяду, короче, и не буду никуда идти? Вот, это мой будет очлег, все, мне ничего не надо, я хочу бросить это все, ни за что мне это, ну, пожалуйста, ну, хватит, ну, это. Так, хорошо, надо все-таки допройти надо все-таки, блин. Зачем я взялся за эту карту? Так, у нас здесь есть кровать, телефон и ключ, который мы искали, так, телефон. Хорошо, что у нас здесь, что он нам говорит, что? Так, хорошо, нам кажется то же самое, что было, в принципе, в записке. Ну и все, в принципе, что ты хочешь от меня? Так, что это? Что это? Ой, что это было, блин? Какого черта нахрен? Какого черта вообще? Что это происходит? Так, окей, хорошо. Мы что-то записали. Записали, что здесь какая-то херня творится. Нахрен ты вообще пошел сюда? Сел бы, отсидел себе 5 год, и зато не мучился бы. Так, хорошо, теперь нам нужен классрум, 5-й кабинет. Хорошо, let's go, 5-й кабинет. Фух, так, опять же, не обращаем внимания быстрым шагом к 5-му кабинету. Так, опять эта лампа. Так, спокойно, потому что меня уже адреналин зашкаливает. Я не знаю, как у вас, но у меня это просто невероятное, ну просто адреналинище скочит, это звуки. Тихо, так, ладно, все. Да какие же длинные коридоры в американских школах, как же можно такие длинные коридоры строить, зачем? И этот свет постоянно, так, все, поднимаемся, нам нужен 5-й кабинет, и все, и мы сваливаем нахрен с этой школы. Так, ладно, здесь все тихо. Все тихо, все спокойно, так, хорошо. Черт! Как это выключить? Так, как, что происходит? Так, как, стоп, щиток, здесь должен быть щиток, вот. Черт, блин, какого хера, так, быстрее выключай, уже такой, у меня паника. Спокойно. Так, а можно было как бы сигнализацию выключить, а свет оставить? Нет, как бы, ну ладно, кто мы такие, чтобы судить выбор, да, нашего главного персонажа? Так, окей, хорошо. Так, ладно, все, открываем глаза и идем дальше. Так, хорошо. Все спокойно, тихонько эти звуки, не обращаем внимания. Давайте стабилизируем наш этот... Так, ну здесь мы были, нам нужно как-то туда пробраться, там классрум, то есть здесь в классе, нужно пустить. Я уже обосрался, такие звуки жесткие. Так, хорошо, это у нас звуки, значит мы могли все это, так я что-то пытался, не получилось. Так, ладно, это здесь не подписано, нам нужен 5-й кабинет. Может вот этот вот 5-й кабинет, я не знаю. Черт, тихо, в угол.
В угол, быстро. Так, ладно, спокойно. Кто закрыл этот чертов кабинет? Так, хорошо. Ай, блин, этот звук, как он записывает, тоже очень громко, очень так. Хорошо, ну то так, ты записал. Семен has closed the door, как-то там классрум. Хорошо, типа заперли дверь, и я попытаюсь обойти через какую-то парашу. То есть, видимо, по всему, через эту вот дверь. Ладно, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, если вы дотянули до этого времени. Я реально сейчас просто... Я уже заикаться начинаю, мне уже даже речи теряет. Он только не подвал, ну пожалуйста, ну только не подвал. Поставьте лайк, подпишитесь, я вас прошу. Это стоит, пожалуйста, уважения. Я вон уже смотрю, у меня день, сейчас, у меня сейчас в жизни день, настоящей жизни. И мне страшно, я не знаю почему. Так, хорошо, ладно, опять подвал. Так, хорошо. Направо, налево. О, нет, ну только не такой подвал. И я слышу здесь что-то. Что-то слышу. Так, хорошо, здесь ничего нету. Хорошо, давайте аккуратненько сюда пройдемся. А-а-а, черт. Что это было? Так, ладно, я мужик или нет? Кто я такой? Кто? Я мужик, верно? Все, собрался с мыслями. Пошел домой, хватит этой херни. Все, я не хочу, выпустите. Ну ладно. Ладно, я должен. Так, хорошо. Кто это был? Это был, скорее всего, убийца. Я слышу странные звуки. Очень странные звуки. И я сейчас иду, просто закрыв глаза, спокойно прикрыв глаза, так. Что-то, по-моему, кто-то что-то уронил. Да? Или мне послышалось? Но, по-моему, что-то упало. А, черт. Да что за херня-то, а? Ну чё ты упала? Кто? Тут кто-то сидел? Я надеюсь, нет, здесь кто-то не сидел. Так, хорошо, ладно, спокойно. Еще ниже. Куда еще ниже? Ну хватит уже. Так, ладно. Так, ладно. Все собрались. Ну сейчас я точно... Ну сейчас я точно что-то слышал. Я думаю, вы тоже слышали. Так, хорошо. Не нервничаем. Все пучком. Мы всего лишь в какой-то сумасшедшей школе. Здесь везде какая-то херня. И, скорее всего, я просто сойду с ума. Так, ладно. Я опять что-то слышу. Но здесь явно что-то неладное. Так... Тихо. Вот сейчас было явно слышно, по идее. Просто здесь есть такие мелкие прям звуки, которые вряд ли, блин, слышны были бы. Ну ладно. Фух, да сколько еще так ходить? Я уже сейчас срусь, я тут на месте. Сколько можно, а? Фух, поднимаемся. Хорошо, поднимаемся. И куда мы попадаем? В очень темное помещение. Блин, и там только свет. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь. Как бы все по порядку будем делать. А, этот ключ. Так, здесь ничего не видно. Звуки вот эти стрёмные. Так, хорошо. Столовая. Интересно, если я пройду прямо по коридору, мне что-то случится или нет? Так, давайте просто пройдем закрытыми глазами. Так, закрываю глаза и просто иду. Нет, ничего не прошло. Так, ладно, хорошо. Остается единственный у нас выход. Это вот эта вот лестница. Так, там точно никого нету. Поэтому так. Черт! Кто ты? Что здесь происходит, мать его, а? Кто ты, бро? Записал? Что ты нахрен записал? Вызывай милицию или кого-то так. Don't know, high speech, mad beat. Короче, все, забей на эту парашу, не буду ее читать. Бесполезная херня. Так, ладно. Кто ты? Что это такое? Security, ты охранник, и, видимо, по всему, по повреждениям твоим, ну, смертельным, конечно же, тебя, наверное, избили или убили. Но здесь как будто выстрел, здесь как будто ударили. Ну это, блин, невероятно жестко. Так, спокойно. Я только что просто такой страх испытал, который давно очень не испытывал. Хорошо, что же он все-таки там написал? Is dead Winkosons. Короче, про какого-то убийцу, что какой-то маньяк. Так, дети, еще коридор, дети сейчас, тут сейчас дети неуместны, правда, ну вообще, так, хорошо, у нас здесь есть, так, комната, которую нельзя открывать, так, и там конец, а может мы что-то увидим? Так, но здесь никого, ничего нету. Правильно? Я же ничего не вижу, так, поставьте на паузу, если вы что-то увидите, скажите, напишите в комментариях. Так, хорошо, идем дальше.
Идем дальше. Так, хорошо, так, спокойно. Здесь прям вообще нежданчик был. Я прям срался, прям в прямом смысле слова. Так, хорошо. Блин, ну карта стрёмная-то какая! Так, это что у нас? Что у нас? Это у нас четвертый, пятый кабинет! Пятый кабинет! Так, туалет. И здесь кровь. Я так ненавижу эти кабинки! Ну какого хера, а? Так, ладно, извините, извините, если я вам слишком матерюсь, я так пытаюсь не материться, потому что я уже тут раз снес все. Так, ладно, окей, хорошо. Так, фух, кровь, хорошо. Черт, 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 что это за херня? Что это такое? Кто? Кто? А? Стоп! Что это? Я посмотрел в прошлое. Черт, блин. Бля, мне реально страшно, реально, блин, ребята, я не хочу больше снимать. Хорошо, так, давай посмотрим, что это за крови, правда ли? Только что тебя ничего не смутило, нет? Хорошо, так, так, новая записочка, новая записочка, новая записочка. Давай новую записочку, быстрее. Где записка? А, вот записка, так, хорошо. Харадев Мартин, the cat money hold your sharp weapon and hair was arrested in was... Пятый, хорошо. Этот ребенок типа из класса пятого, что-то там типа такого. Ну блин, я всрался, я сейчас пытаюсь, чтобы вы понимали, вы только меня сейчас видели. Я сейчас максимально просто пытаюсь себя равномерно держать, выдерживать просто интонацию спокойную, да. Но у меня иногда просто не получается, я только что чуть не потерял сознание, это реально жестко, мне не хватает уже воздуха. Фух, так, что это? Это пятый класс, мы дошли! Ура! Главная цель добыта. Так, хорошо, это что у нас? Мы дойти туда не можем, правильно? И слава богу, все, конец карты, наконец-то, надеюсь. Наверное, я не знаю, блин. Так, там никого нету, хорошо. Пошли. А, скрипучая дверь! Мурашки по коже! Почему здесь горит свет? Можно закрыть эту дверь? Пожалуйста, закрой эту дверь! Я тебя прошу, умоляю! Закрой ее! Хорошо, нельзя. Почему здесь горит свет? Что это может, блин, значить? Так, хорошо. Нагнетающая музыка. Доска, открытая дверь в конце класса. Какой-то чертовая записка. Что это, блин, может быть его? Хорошо, давайте посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Что это за нагнетающий звук? Что, сейчас что-то произойдет? Ага, так, тихо, стой, так, не обращай внимания на звук, не обращай внимания на звук, не обращай внимания на звук, нам нужно просто, типа, мы проверяем классные работы, как я понял, да? Хорошо, значит, у нас F, F, так, быстрее, проверяем классные работы, посматриваем, блин, да какая же жуть, черт, кто создал эту карту, какой дьявол, так, хорошо, быстрее, это все, это все, это все, это все, давайте так, в сторону, все трясется, так, посматриваем в правую сторону. Так, так, давай, все это, давай, проверяем эти работы, все равно, давай, проверяй все работы, мне не важно, так, хорошо. F, F, все, все, все плохо пишут, все очень плохо все сдают, так, посматриваем окно, окно. Ах, так, спокойно, музыка становится более такой, не такой уже, ну не такой, как было раньше, я не знаю уже, что говорить, так, хорошо, давай. Проверяй ты эти работы, и одна работа прям идеальная. И что это могло бы значить? Что это значит могло быть? Что за музыка? А-а-а! Чёрт, идите нахрен! Кто ты? Что ты от меня хочешь? Что? Какой? Я тебя не понимаю, мальчик! Бери своих парней и уваливай нахрен отсюда! Это вообще жесть! Или это тебя, типа, убили? Брат, ты реально сейчас не в тему. Почему они все смотрят на меня? Это очень-очень страшно, друг мой. Прекращай! Мне эти игрушки действительно не нравятся, ребят. Реально очень-очень стрёмно. Иди в жопу, понял? Что ты хочешь от меня? Я тебя не понимаю. Что происходит? Отпустите меня! Я не могу уйти! Thanks, teacher, for being that kind with us. Нет! Что? 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 Блин! Это, мать его, самая жестокая, самая жесткая хоррор-карта,
которую мне когда-либо приходилось проходить. После этого явно нужно пойти к психологу. Продолжение следует. Это намек на то, чтобы я прошел следующую часть? Нет. Не будет следующей части. Это слишком страшно. Я обосрался минимум 12 раз. Прям именно жестко. Так, фух. Вот такая, друзья, карта-то была. У меня даже вон полные штаны. Смотрите, я не могу нормально ходить. Вон, смотрите, у меня полные штаны вон. Ладно, друзья. На этом как бы типа все. Мне... Я сейчас пойду пить валерьянку, восстанавливать свои нервы, как бы успокаиваться, читать казочки, чтобы успокоиться. Ну а вы, если вам понравилось, я думаю, понравилось смеяться надо мной, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И всем пока, я думаю, вам понравилось. Да, зовите друзей, тоже советуйте. Поэтому всем пока, с вами был Винчик.